Закаляйся, если хочешь быть здоров. Постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров. Очередной день здоровья прошел в школе номер 8 поселка Буланаш. И надо отметить, к нему присоединились всем известные мультипликационные персонажи. Зеленый, проходи, желтый, лучше подожди. А если свет зажжется красный, значит двигаться опасно. Пожарная безопасность, чтобы лес, звериный дом, не пылал нигде огнем, чтоб не плакали букашки, не теряли гнезда пташки, чтобы пели песни птички, не берите в руки спички. Чтобы быть всегда здоровым, нужно очень много знать. Нужно правильно питаться, спортом надо заниматься, витамины получать. День здоровья наступает, всех вас дружно поздравляем. Мы желаем вам удачи, разве может быть иначе? Раздаем вам конфеты. Не курите сигареты! Такая бригада здоровья побывала в каждом классе, раздавая и угощая учеников конфетами. Приятное и сладкое отвлечение от занятий. Тем более, что шоколад вызывает в организме гормоны радости, эндорфины, благодаря чему мозг начинает работать и проводить мыслительный процесс намного интенсивнее. Перемены также не остались без внимания, то есть без движения. Танцы, смех, подвижные игры, в которых могли принять участие все желающие, надолго запомнят учащиеся в восьмой школы. Добавим, что также в преддверии празднования Дня пожарной охраны в учреждении номер 8 была организована выставка рисунков, поделок собственными руками, таких как пожарные машины, средства пожаротушения, огневые баллоны, знаки и многое другое. Праздник здоровья удался на славу. Это подтвердила Ольга Покровская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер 8. В период с 23 по 27 апреля в рамках недели безопасности в нашей школе прошли мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожароопасных ситуаций. Проведены классные часы, соревнования. Перед учениками выступала дружина юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения. Состоялась экскурсия в пожарную часть и общешкольный конкурс рисунков и творческих работ по пожарной безопасности. Также оформлена выставка. Завершить неделю безопасности мы решили Днем защиты детей, Днем здоровья. Представители совета старшеклассников в костюмах героев из мультфильмов поприветствовали учеников всей школы, говорили напутственные слова, поздравляли и желали крепкого здоровья, угощали конфетами, а на переменах все весело играли. Ведь конец года, чувствуется напряженность, усталость, заряд положительных эмоций был просто необходим, и сегодня мы его получили. Дети довольны, педагоги улыбаются. Считаю, что неделя безопасности завершилась удачно. День здоровья в нашей школе прошел замечательно. И мы также считаем и желаем всем здоровья и благополучия.